Всем привет! Новые серии турецкого сериала «Ветреный холм» выйдут с понедельника по пятницу. Если вы хотите, чтобы Альпер покинул сериал, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Альпер, узнав о том, что Халиль собирается сделать предложение Зейнеп, решает его опередить, придумав коварный план. Он сказал Зейнеп, что если она не примет от него кольцо, то он взорвет Халиля, так как он уже предварительно установил бомбу. И чтобы Зейнеп ему поверила, он в подробностях рассказал, как в прошлый раз устроил аварию Халиля. Зейнеп поняла, что Альпер настоящий псих и может действительно убить Халиля, поэтому она была вынуждена принять его кольцо. Сельма случайно услышала, как Альпер угрожает Зейнеп, так что она поможет Халилю узнать правду про их фальшивую помолвку. Зейнеп сказала Альперу, что она его ненавидит и никогда не полюбит, но ему все равно. Альперу главное отомстить Халилю. Халиль сразу очень расстроился, но хорошо все обдумав и успокоившись, он понял, что за всем этим что-то кроется. Ему нужно поскорее узнать и понять, что именно. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.